Всем привет, хочу записать маленький обзор, распаковку на два девайса от Xiaomi, таких вот прекрасных отвертки. Данная отвертка идет для мелких деталей, в наборе идет 24 бита от Xiaomi. Данная отвертка оснащена электромотором, он заряжается через кабель Type-C, который идет в комплекте. Все в Xiaomi оформлено достаточно хорошо, стильно, идет маленький буклетик с информацией на китайском. Вообще ничего такого интересного. Упаковано. Логотип Xiaomi. Данный кейс открывается нажатием вниз. Вот мы имеем 24 штуки биты разного типа. На минус, на плюс, звезда. Есть треугольный круг, разные форматы. И сама отвертка. Тут идет две скорости, включаем внизу этим вот шарниром. И также есть типа левый и правый. Работа вот с для примера. Взять одну биту. Вот, в общем, все. Данная отвертка будет куплена в Китае. Какой-то здесь металл. Положим. И тоже идет отвертка, но уже для больших болтов, саморезов. В данном кейсе поставляется. Вот. Идет так же. Право, влево работает. Всего лишь одна кнопка. При нем включается фонарик. И у нас работает. Также идет в комплекте кабель Type-C, заряжается через провод и кейс с битами. Также получается у нас 12 штук бит разных. На минус, плюс, звезда, шестигранник и экстеншн. Такой вот, извините. Ну, в общем-то и все.